Так, Антоха уже в садик собирается. Давай, ложи пакетик аккуратно. Понесет Лучше Дёшке все Лёшину попробуем. фотографию. Ну, другую Дёшка нам не принес, поэтому. Ну, в следующий раз Дёшка Лёшка. Ну, в следующий раз, я думаю, мы сами поедем, не забудем, возьмем фотографию с его армии, да? Это в садик Антоше надо. А? Тебе же в садик надо фотографию? Да. Все, котик, давай, люблю тебя очень. Вечером заберу тебя на танцы. Ты или папа? Я. А папа, наверное, будет забирать. Хорошо? Угу. Доброго утра всем. В общем, сейчас буду завтракать. И буду заниматься пряниками. Сегодня на обед сразу предупредила Сержуню, что мы доедаем. И как их называют там? У нас там борщ еще есть, шулюм, жареное мясо. В общем, все это будем доедать на обед. На ужин-то я мясо стала что-то приготовлю. Вот. А сейчас приведу себя в порядок, уберусь на кухне и буду заниматься пряниками. Мюсли с молоком себе замешала. И сейчас еще кофе тоже с молоком. Так что завтракаем и начинаем работать. Ну что, я наделала сердечек, и сейчас буду делать в них дырочки. Это будут пряники с пожеланиями, с записочками, в общем, с чем угодно. В записочке может написано быть все, что угодно, что вы захотите. Так что сейчас будем делать дырочки и в духовку на 180 градусов на 10 минут. Смотрю в окно, у нас был дождь, и только сейчас, вот полдесятого, по-моему, да? Да, полдесятого, только сейчас выходит солнышко, то прям было очень пасмурно, было очень сложно просыпаться сегодня утром. Все дырочки для ленточек готовы, я их делаю вот таким вот широким от фломастера штукой, потому что ничего более удобного, для меня трубочка коктейльная немножечко маловато, поэтому такая вот штука хорошо, главное только после двух сердечек выковыривать. Ну, все отлично получается. Мне нравится такой размер. И как раз пролазит хорошо ленточка. Все готово. Теперь все остывает. И будем расписывать. И вот эти вот отверстия, они немножечко уменьшаются. Потому что пряник расширяется. То есть во все стороны, да, увеличивается немножко. И отверстия тоже. Но остаются все же для ленточки. А если делать коктейльной трубочкой, то они тогда совсем тоненькие и неудобно. Потом ленточку втягивать без крючка вот этого для вязания. Только крючок мне тогда помогал. Мои первые пряники были сделаны коктейльной трубочкой. Но я поняла, что это неудобно. Все, теперь прянички будут отдыхать. Хоть я их и подсушила, но все равно внутри они еще сырые. 10 минут они сохли в духовке. И теперь будут вот так вот на свежем воздухе, можно сказать, отдыхать. И потом будем распечатывать записочки. И привязывать их. Все, я сегодня везу Гришу. Заеду еще в магазин. Ура, мама, давай только шапку нормально одевай. Ты посмотри, какая у тебя челка. Вот посмотри. В зеркало. Нормально. Угу. Петушок мой. Да давай, поехали. Сегодня тучки, но солнышко начинает все равно как-то так светлеет. Но небо серое. Тем, как идти гладить, всегда завожу машину прогреваться, чтобы не на холодной ехать, а то так долго ждать. Да Зоя заехала. А Зоя сегодня у нас леди Баг, да? Да. А ну-ка встань, покажись, покрутись. Сегодня красивая леди Баг. Да. Надо сейчас мы еще два хвостика сделаем, да? Ага. И будет красавица моя, да? Ага. Покажись, все, и она уже с хвостиками, Зоя готова, да? Ты будешь всех спасать или пугать? Ты меня напугала? Ой, как я испугалась. А Леди Баг, она кто в мультике? Она хорошая или плохая? Хорошая. Хорошая? Она всех спасает, да? Нет, она пугает. Пугает всех? Да. Обалдеть. Она палит еще. Когда все бабушки. Пойдем маме покажемся. Пойдем. Зоя, рассказывай, у кого уже масленица началась? У вас уже масленица? Блины с потрибкой, из свинюшки?
Давай горчички к зельцу. Угу. А мы тут Зоя блинчики кушаем. А Зоя что кушает? Не хвост, да? А вкусно еще кушает. Ну, можно, это что? Это неделя последняя, да? Да, да. Язычок да. Ты кушаешь? Вот горчичка, да. Тебе нравится язычок? Ага. Как колбаска, да? Только круче, да? У Ани есть колбаска? У меня нет колбаски. И у нас нету, Зоя. Мы такой не едим колбаску. Мы только домашнюю едим колбаску, да? Папа, мне так интересно, пошел. Так, я уже дома. Это наша мисочка родня нам еще передала с потрипкой. Ее нужно только лишь обжарить. А это вот рулетик Вера делала из пузанины, по-моему. Не знаю точно из чего. По рецепту своей мамы. Так, что еще родня передала? Заняла у родни пакетиков. Это мои самые первые пакетики, которые, ну, мешочки, да, вот эти вот одноразовые, потому что у меня совсем немножко осталось, а те, что идут ко мне с Китая, они еще идут уже где-то в России, но еще пока идут, хотя они достаточно быстро идут. Так что я их уже жду, но заняла несколько, чтобы точно хватило на 14 февраля, к 23-му. Думаю, что уже вот эти придут, которые я заказывала. Так, бутылку подсолнечного масла заканчивается у нас. Хлеб. Решила что-то я черненький взять. Не знаю, мне он так нравится. Ну, вообще любой серый, черный. Поэтому такой вот взяла. Что еще? Квашеную капусту. И горох. Хочу все-таки гороховый суп, а не какой-нибудь другой. Так вот. Так что вот все мои покупки. Продолжаю заниматься пряниками. Как хорошо, что я побольше их сделала. И сейчас буду писать записочки, потому что еще, как всегда, экстренно заказали своим деткам некоторые мамочки прянички. Слушайте, как же хорошо, что я лишних сердечек напекла. Как раз их у меня, наверное, сегодня и раскупят. Вот такие вот будут прям в каждом пакетике. С пожеланиями и с ленточкой. С двойной ленточкой получается. Вот, так что все сложилось. Сегодня, как буду ехать на танцы, то вот это вот все завезу. А сейчас нужно приготовить ужин и уже собираться на танцы. И еще успеть сделать тесто. В общем, час мне осталось до выезда. Сейчас начну с пряничного теста, а потом буду ставить кашу в мультиварку. И что еще у меня будет на ужин? Кашу в мультиварке, квашеные капусты же я купила, сделаю. Ну, замешаю все с маслом и с луком. Вот, и еще домашние колбаски. Ну что, я все успела. Тесто сделала уже в холодильнике. Гречка доваривается. Осталось тут сколько там, 5 минут. Я, в общем, жду. Сейчас пойду в футболку, как раз Антохе поглажу на танцы. И тесто. Когда приеду, нужно будет только пожарить колбаску и капусту сделать. Салатик, в общем. Ну, из квашеной. Все, и будет ужин готов. Выглянула на улицу, у нас там так потемнело, тучи прям затянули все, я даже не знаю, погоду не смотрела, что обещают, но очень-очень темно, прям как будто вечер, хотя только 3:30. Так, гречка. В общем-то, уже готово, все, запищала мультиварка. Как всегда, 2 мультистакана гречки, 3 мультистакана воды. И гречка из этого получается рассыпчатая, но сваренная. То есть воды ей хватает даже не 4 стакана, а 3. И получается прям хорошая гречка. Вот, теперь накрываю, все это настаивается, а я еду за Антохой. Слушайте, я в шоке, гляньте, какое черное небо. Это просто ужас, прям страшно становится. Ну, тучи вообще нас со всех сторон обкладывают, получается, вот впереди тучи, сзади опять же тоже тучи, здесь вот тоже все начинается, мне кажется, дождь должен быть, потому что тишина, ветра нет, вообще все настолько тихо, ну не знаю, пока еду за Антохой, там посмотрим, надеюсь, дождя не будет. Где твоя, наверху? А вот Антоха, такой маленький букетик. Да, вот это вот Антохина. Сказали маленький.
Ага, понятно. Кораблики еще делали. А я не помню, я твой показывала кораблик? По-моему, кораблик показывала, да? Да, давай, я сейчас распишусь и поедем, хорошо? Все, Антоха сейчас переодень. Все, обулся. А коврик, дневник? Все. Готов? Давай, вода же там. Сегодня не будет. А чего это? Ничего. Ты узнал, да? Да. Так, мы сейчас уже с Гришей едем домой. Посмотрите, тут какой-то просто свет в конце тоннеля. На камере, не знаю, по-моему, так не передается, но вообще тучи разошлись вот в одном месте. И просто голубое-голубое небо. Просто разорвались. Обалдеть, да? Ты видишь, как красиво, сына. Вроде везде все черное, где-то пятно белое. Голубенькое, глянь, какое, да? Вот голубое. Не, ну как смотри туда, прям как снежное. Я даже капусту не промывала, попробовала, не очень кислая, как раз очень даже вкусно. А если очень кислая, то я ее промываю и потом хорошенечко отжимаю. Осталось только лука порезать и подсолнечное масло с запахом. Здесь у меня домашняя колбаска обжаривается. Потом еще немножечко водички на сковородку, чтобы она еще чуть-чуть пропарилась. У Антоши сегодня пятерка с плюсом, мама, да? Кушать. Что есть кушать? Гречка, домашняя колбаска и квашеная капуста. Купила это таблетки. Нет, повезу Гришу. До аптеки не доехала. Это Антоша говорит про стрепсилс. Ну что, рассказывай, как и что делали сегодня? Мостик? Я сегодня скале на мостик встала. Ну и как, получалось? Угу. Ну видишь, ты не зря дома тренировался, да? Папа мне подарил машинку. Подарил папа на работе машинку? Перевожу. Папа проиграл на работе машину. Мою? Да. На работе? Да. Все, мы ужинаем. Наконец-то гречка, колбаска. Домашняя, очень вкусная. Папа нас оценил. Ты оценил, пап? Она вот она, вот она. Она вкусная? Да. А еще я что? Я оценил запах лимона. Да? Прямо все перед носом. Алло, мы кухня. Ты чай с лимоном? Да. Так, все, мальчики мои, на волейбол и на карате. Забей, как переводится? Хай-чай. Не знаю. Что это такое? Что-то есть? Ну, это типа, ты попадаешь. Хай-чат, это попадание в голову. Да? Гриш, ты готов? Я не видела, а ты в ней приходил? Так, сейчас буду включать стирку. Чтобы развесить, успеть. Вот часовой режим мой самый ходовой. Называется она... У нас есть супербыстрая, 15-минутная. А вот эта вот быстрая смешанная, 40 градусов. Вот она. Ну, час 12 я всегда включаю дополнительное полоскание. Вот получается час 12 с полосканием. Так, сейчас буду монтировать видео. Пока мальчики мои... Поехали одни на спорт, а другие смотрят мультики. А потом я уже пряники пойду делать. Мы ждем, сейчас видео смонтируется и пойдем делать пряники. Да? Потом я буду кушать. Ты будешь? Да. А чего это ты будешь? Только буду один. Один? Да. А что, ты Антошку не позовешь с собой? Нет. Почему? Я там голова будет. Чего? Колонна, там вот о кухне как. Не понимаю. А там на бот. А, Антон тебя бьет сильно? Да. А вот дома путан. А, понятно. Так мы с ним поссорились? Да, он меня бил. А ты, колонна, он меня бил. Да нельзя же драться, ты ему говорил? Да, вы. Давай. Не дарай дока. Да? Да? А он дерется? Давай, я дока. Не слушает тебя даже? Да, он меня лучше. А кто тебя слушает? Дока, папа, мама.
Да? Да. Больше никто, да? Да, Бог и Бог. Это Анатолий, это Алих. Тетя Аня и дядя Виталик? Да. Они тебя слушают? Да. Они хорошие? Да. Мы добрые. Добрые люди? Да. Тут-то Тёпа добрый. Дядя Тёпа крестный твой, да? Да, мой кокольный. Он какой? Добрый. Добренький? Тут-то Аня добрая. Да? Да. Как тебе повезло, да? А кот ты того? Чё там, тёлка? Лака. Ваг. Завтра в садик? Да. Это хорошо? Нет. Нет? А чего? А ты дома. А, ты хочешь дома быть? А что, дома хорошо, что ли? Да. Тебе дома хорошо? Я думаю, да. Тебе в садике хорошо. А Лака мяла. Ну ничего, чуть-чуть походишь. И все, и выходные, да? Нет, Лака будет. Не будет выходных? А завтра будут выходные? Да. Ты что, обалдел? Да, Лака будет лилять дома. Уку. Ку-ку. На тик-так. На тут тик-так опять. Подожди, что тебе включить? На лебед, ну тот. А дальше, ну тот. Ну тот Новый год пишем. Дед Мороз, вот. Да? Да. И открываем. Давай. Теперь Афонька может сам выбрать, да? А Камилю где-то опали. Где мы были тогда, сынок? А ну опали, где Камилю опали. Где? Что где? Где Камилю опали. Где мы еще купались? Да. Я ж не знаю, где мы еще купались. Вот Камилю. На море? Да. Вот камень плотинки. Угу. Так, ну ты сам будешь выбирать, да? Да. Давай. Что вы там смотрите, да. Мисс Кейти? И ты тоже, Афоня? Все, наш шар полностью готов. Это потом, получается, надо будет весь этот вкус снять. Когда мы будем уже доставать. У меня тут пряники. И вот уже залила белым. И опять будут мишки, как, в общем, повторка одного только пряника. Ну что, я рассказываю, пряничная эпопея на сегодня закончена. Две коробочки Love Is, одна со жвачками, но с пряником с записочкой, а другая с маршмеллоу, который можно добавить в кофе или в какао детям. И вот такая вот. Мишка, мимимишка. Мне нравится эта картинка. Я от нее без ума, вообще просто балдею. В общем, мишки — это моя любовь. Такая вот красота. Завтра поедет к своим заказчикам. Даже не знаю, как их называть. В общем, сейчас уже 00:30. Иду отдыхать, умываться. И понимаю, как круто, что есть компьютер. Если вот я чем-то занята, то посадить детей за компьютер, и ты их не услышишь, и будет тишина, и порядок, и им ничего не надо, ни кушать, ничего. Вот, так что сегодня компьютер меня спасал, пока сижу не было. Вот, сейчас уже, естественно, все дети спят. Сижу, я с волейбола приехал, всех уложил. Я рада. Вот, так что я сейчас тоже иду спать. Тут не могу, наблюдая за хомяком. Мне так и хочется его потискать, если честно. Он все у него бедненько. Если честно, я не знаю, чем занимаются хомяки вообще в клетках. Ничем таким, кроме как пытаются вылезти, мне кажется. Вы их берете на руки? Вот у кого есть хомяки, как вы их трогаете, вы с ними вот так играете, я просто боюсь, что они убегут, ну, он, вернее, убежит. Он так быстро передвигается, вот сейчас на него смотрю, я балдею просто, какой он прикольный. Вот. Огромное спасибо за комментарии.
Я, если честно, думала, что будет куча негативных комментариев, но нет. У меня на канале офигенные подписчики. Я этому очень рада. Может быть, сейчас тихо говорю, потому что все спят. Но я вас люблю. Пока. Вот этот наш Карли. Он все в этом месте именно хочет сделать дырочку. И убежать от нас, да, Карли? Ты хочешь побегать? Я вот не знаю, как его выпускать, брать на руки. Ой, мы все спать, а он бегать. На своем тренажере.